Улица музеев появится в Минске. К 2017 году в центре столицы на Карла Маркса построят целый арт-квартал. Год назад БГУ уже передал Национальному художественному музею свое общежитие. Музейные площадки будут созданы по новейшим технологиям, а в инфраструктуру войдут галереи, киоски и магазины по продаже сувенирной и печатной продукции. Такие проекты уже реализованы в Москве, Кёльне и Сингапуре. В настоящее время идут проектные работы. И начиная со следующего года мы уже будем формировать, значит, этот музейный квартал. И таким образом одновременно ремонтировать и здание по улице Ленина 20-22, Кирова и Карла Маркса 24. О том, как будет выглядеть улица музеев в Минске, подробнее сегодня в «Панораме».